гигант мысли, отец русской демократии. Он хуйню загоняет какую-то. Что он еще мог сказать? Самый разъебанный стол выбрали. Может быть, тот выберем? Давай померяем попой. Давай. За помер. Ну-ка. 9 из 26. Ну-ка. 15 из 37. Ну, это лучше. Перемещаемся. И это выходило в мою шкалу. Шкалу? Да. Какую шкалу? Шкала Кирилликовича. 15 из 37 и 9 из 26. Ребят, вы... Главное, что нас нет. За первый обед. Стол ехать. Ехать. Наша ночлежка. Разложился? Да. Давай, промтур. Обычная классическая двухместная палаточка от Кейшуа. Спальничек трамповский. Red Fox. Ковик. Подушечка. Подушечка. Ничего такого, все скромненько, на одного. Я думаю, мы щемить супер не будем было. Я думаю, все в пять оно. Я не понимаю, как они снимают вот так вот, когда тебе свет въебало, ебашит. Наше жилье. О! Гигант мысли. Мы добрались до вот этой штуки. Итак, мы приехали на Домбай. Ставьте лайк, подписывайтесь. Все, пока. Хотим, ну как крузак. Блин, смотри, вьюпоинт здесь. То есть нам, скорее всего, даже наши будут дальше проехать. Еще съезжать. У нас первая остановочка в Домбае. В общем, мы идем к слиянию двух рек. Ты помнишь, что там за реки? Я пытаюсь полезный контент делать. Короче, две реки каких-то стекаются, впадают, сходятся. Слушай. Мне кажется, она нули. Поступай на форму. Почему? Там Эльвира. Там Эльвира? Порядок?
А мы, короче, этот, что-то пофоткали. Uh-huh. И такие типа. Икрачки ваши. А, икрачки были? Ну, мы там, я еще хумосту загонял. Uh-huh. Я спустился за запрещенную херню. Они врубили сирену, меня выгнали с моста. Там вышел мужичок, охраняемый хуйни. Uh-huh. Вот там мы думаем, так где ты? Трубку не берешь? Ну там еще туда фигарит. Ну, метров, наверное, 10. А, ну мы. Идем? А где мы сейчас находимся? Ты телефон под рукой? А? Телефон под рукой? Ты где? Где? Че, у нас ситуация, два навигатора ведут нас к одному месту для пути. Мы остановились у мужика спросить, который объяснил нам ехать по навигатору Ильи. А пацаненок, который еле-еле по-русскому, по-русски говорит. Да, он сказал, что на тот мост лучше не заезжать, потому что машину оставишь там. А машина хорошая? Да, лучше туда поверни, проедь до третьего моста. Мы решили, что парень тут местный побольше знает. Подскажет нам, а если нам на водопад, нам на следующий мост надо как бы и направо? На какой водопад? Жиганский. Жиганский или как-то как? Жиганаский. Жиганаский, да. По-моему, вот, да, на следующий мост. Ага. И направо, ну через него переезжаем, да? И пускай. Сейчас скажет. Мы доехали до Джиганасского водопада. Спускаемся к нему сейчас. Феноменально. Да, идите, я с вами не поеду. Не, так не бывает. Забыла уже, пьяная небось. На раз-два даже перепрыгивала. Вот там. Да, если что. Мы пытались вот на эту дорожку заехать. Что-то как-то у нас не получилось. Почему не получилось? У нас получилось. Мы доехали до камня, и там как-то страшно за этот встало. За машину. То была бы прикольная нарезка. На Октавии в горах. А потом вот здесь. Ну, вообще, на самом деле, он маленький. Проехали. Да не, не, братан, ты по-любому тут встал бы. Ты бы пробил бы что-нибудь. Короче, не верьте мужикам каким-то непонятным и пацанам на лошадях. Они говорят хуйню. А, скоп, тебя поднимемся. Вдруг? Видите, что нашел? Я нашел мяту. Его мяту? Потеребонь. Поедем на УАЗике на водопады, всякую такую дичь. Наша пушечка. Отдали бабосик, проехали КПП-шку. Пашем дальше. Йоу. Как тебе поездочка? Ну слушай, пока хорошо. Не уебался еще. Дошли до водопада.
Вот он там. Сейчас покажем все. И мы находимся на Северном Кавказе и пробираемся к леднику, чтобы посмотреть, растаял ли он или нет. Надеемся, что нет. Вот так вот. Я это не ставлю. Дошли. Так, давай расфигачим всех, слышки. Выбираем, короче, его вон тихо обстреливаем. Мы добрались до ледничка. Пофоткались. Тут на самом деле он очень маленький. Слушай, мы очень думали, будет больше намного. Да, и мы думали, что мы найдем одну локацию, на которой какие-то сильные ледники. Я думаю, это потом работает 100%. Чувак сказал, что говорит, мне уже 10 раз эту фотку показывали, и он говорит, такого места не было. Мы уже идем обратно. Наш вид начал прыгать сюда на уступ водопадика. Я снял немножко. Последний, прям последний, я не успел. Не могу. Ни туда, ни сюда. Вы узнаете его судьбу в следующей серии. Если его не будет больше видео, он остался здесь. Эй, ты куда пошел? Стой! Ну ладно, если что, это мы тебе тобой вернули через неделю. А ну, брат отдал. Тоже сутки. Телефон, секундочку, камеру поймите. Мы куда-то идем, куда нам не следует идти. Вот. Давненько тут ступа. Ступа? Ступа. Ступа человека не ступала. Кажется, из-за этой лестницы отель развалился. А где тут школа, кстати? Черт, мне кажется, это последнее видео, с которым мы записываем. Спасибо. Иди сюда. Иди сюда. Пойдем. Пойдем гулять. Фотку взял? Конечно, нет. Блядь.
смотрю. Зачем мне пропал к ней, напомню? Я очень хочу, чтобы ты сделал фотку просто на свасе. У нас денек начинается с Бадугских озер. Мы не взяли с собой ни воды. Он не взял палок. Походники 80 уровня. И он не взял палок, а он не взял палок. Я взял палки, они в багажнике. Мое дело сделано. А потому что паспорт не взял по каналу. Просто везучий говнюк. Пойдем. Они куда-то убежали. Я немножко задержался на водопаде одном, на водопаде другом. Ну, бля, здесь охуенно. На спуске я пока шел, немного подвернул ногу. Нормально. Въебал. Путь к Богу идет через труд. Мы могли бы к Богу и получше сделать стрепинку. Смотри, она не умеет. Главное сделать серьезное лицо. Видишь? Ну вот. Там была, кстати, адекватная тропинка. Адекватная тропинка для людей, которые... Одна заебись. Спускаться-то легче. Фу, а там еще выше есть. Что, пойдем? Да. Еще один храм? Нет, там просто высота. Паломнический путь на сегодня. У нас четвертый день, и мы поднимаемся к обсерватории.
общем, мы едем уже с обсерватории. Запалили Эльбруса и русскую Аризону. Она вот, типа, вот. Едем вот на тот холмик. Куда поехал? Все, до свидания. Вот пидорас. Теперь передняя, еще одна дверь. Ну как с открытыми дверями можно ездить? Дрон, давай сам, короче. У тебя машина сломалась. Познавательный факт, кстати. Паутина у паука находится в попке в жидком виде. И как только он ей выстреливает, она на воздухе затвердевает немножко. И получается вот то, что получается. Поэтому паутины у паука много. Навигатор нас повез по самому короткому пути до Эльбруса. Оказалось, что там не проехать. Мы доехали до какой-то остановочки в Viewpoint, и там были местные. Илюха у них пораспрашивал, сказал, что мы проехать не сможем. И, в принципе, эта дорога даже для УАЗиков такой хороший челлендж. Это выше, чем казалось. Плохая идея была. Вообще. Такие поднимаемся, и ничего не меняется. Предлагаю дойти, вон, видишь, там корчага. Хотя бы до нее. Чувствуешь, да, что воздух сразу? Отдышка дикая. Доехали до Джилсу, но мы доедем когда-нибудь, когда у нас бедина будет больше, а не на обратный путь на кислородке, и то не факт. Потому что показывает 80 километров всего доехать на бензине, а нам ехать 97. Да, зато мы виды сделали. Кирюха очки почти потерял, но мы вернули очки, и я, наверное, опять снимаю херню какую-то. Ты не наел пока на халке на пузо. Дубль два. Преждевременный халк. Преждевременный халк. Придет. Что, брат, это ущелье не начал, потому что здесь могилы везде.
у милитарного танка скала, она вся в могилах. Они людей не в земле хоронили, они делали у скалы, понял, выкладывали камнями и сверху накрывали просто. И в зависимости от того, как человек жил, к примеру, если он богато жил, золото жил. Здесь экскаваторщик, который эту могилу нашел, сразу уволился. Серьезно говорю, типа уволился через 2-3 дня после того, как нашел. И все. Когда Алан раньше умирал, с ним хоронили его жену. Неважно, там здоровая она, мертвая, неважно. Ее убивали, хоронили вместе с ним, чтобы ей никто не воспользовался после его смерти. Его коня, ну там лежали, о, голова коня. Потом меч поломанный, видимо, в бою. Аэропорт, минеральные воды, 3000 рублей. Буду сидеть на кресле, где задумчиво. Короче, не стоит этот подъемчик рубас, ничего, лучше загонять на ледник куда-нибудь еще. Зимой нормально, зимой типа на бордах вообще пушка, но не сейчас, говно какое-то. На качельках сфоткаться за сотку, кто сфоткался на качельках за сотку, тот лох. За сотку сфоткаться, просто сфоткаться. Я хейтер, я рубас отдал, я могу. Стремная хуйня. Она так что так волнами херачит. Бля, главное телефон не уронить никуда, ничего. Ключи главное не проверять, а так. Короче, вот мы с Андрюхой тут гоним вот на таких вот, да, замечательных олдскульных подъемничках. Едем смотреть достопримечательность Донбасса. Визитная карточка, так сказать, называется отель. Круглый, овальный, НЛО. Да, не, отель НЛО, отель УФО. Или как-то так. Ну, короче, следите, покажем. А как нам обратно? Подожди, а нам сказали, что мы там спустимся здесь, до капсул. Мы еще не спустились до капсул. Ну вот, ну мы... заплатили наверху? Заплатили за ту канатку. Ну, он нам сказал, что больше ничего платить не надо. Он так не мог сказать. О, ну а босс, кроме этого варианта спуститься нету, да, это, да. Ну значит, как он так не мог сказать? Ребята, здесь две кассы, две канатки, как это? Понятненько. Ну тогда он сказал, что вы платите по 100 рублей и спускайтесь до капсулы, по которой мы поднялись. До капсулы он так не может сказать. Вы, сейчас я наберу и давай, давай. Набери. И спрошу. Давай. Вот у меня ребята сейчас, я на громкой связи разговариваю, он опять мне что-то тут рассказывает, что ты сказал, что ты спускаешься, что они спускаются до капсул. Мы покушали у кафе, слушай, мы вот покушали у кафе Мадины, да, 5 минут там сказали подождать нас, да, помнишь, 4 человека? Да, вот я как раз и есть. И ты сказал, что вот мы сейчас спускаемся и до капсулы, нам сейчас опять просят 100 рублей, а если бы у нас не было денег? А, ну то есть ты не уточнил, я не уточнил, да? Ну да, ты не уточнил, что нужно будет еще заплатить, вот и все. Я понял. Ладно, хорошо, я понял твою систему, давай. Лады. Все, спасибо. Воу! О май гад! Он над нами издевается! Что за хуйня? Слушай, ну вам ниже прыгать, чем нам хотя бы. Бля, он спит. Ну что, приключения начались, да? Вот еще нужно доплатить.
Бля, вот там бы остановиться было бы такое себе. Бля, вот тут жестко остановиться было. Ну да. Вот здесь бы, если бы мы тормознули, было бы восьмерочка точно. Ну даже 8.5. Где нормальный человеческий? Я думаю, чисто если вот так вот, то все, мы где-то... Так вот, если вот так вот, то вот так вот. Ты не уебался? Ну, веселее не могу быть. Казалось бы, блядь, давай спокойненько просто поднимемся, погуляем. На приключение на жопу. Серьезно? Не, предлагаю залезть все-таки. У нас второй подъемник остановился. Сделайте что-нибудь. Мы смотрим. Эпично смотрим. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Кирилл. А что здесь делать? А я приехал здесь с друзьями отдыхать. Да, классно. Как дышится? А потом огни. Да. Нет, не надо. Потом огни. А дай ему его назвай, блядь. Он сам не свой, когда его без назвай. Он вообще какой-то адский был. Ну, это вообще какая-то схема бизнеса хорошая. Просто так манило, блядь. Фотомагнитами? Это который тряс меня сейчас? Да. Я тоже хотел фотомагнит. Я не знаю, что он мне заплатил. Начал трясти. Фотомагниты. Вдруг ты украла фотомагниты? Кто там? Кто там? Снижай фотомагнит! Забыл. Забыл, брат. Я тебе поколат его принес. Вот по самому верхнему, который вот. Главное, что у нас телефоны и камеры не упали вниз куда-нибудь. Ну да. То пришлось бы подниматься вот с палками. Смотри, у тебя надо последний шанс на палке, понимаешь? Завтра я точно. И нам до машины завтра не надо ходить, потому что нам все сама. Но еще в понедельник утром сфоткаем на выезде. Так чисто. Или в панике в Кирже. В панике. Не, на мосту там, под склончики. Че, пошли за твоими палками? Ну что, палочки, родненькие мои, карбоновые. С пружинным отжатием, понимаешь? Диманчик, все ради тебя, вот, вот они. Ребята, вы всегда можете положиться на мои палки. Вот, давай. Да. Вот, расстояние. Да. Вот точка, куда нам надо идти. Примерно 2 бомбайчика. Порта доставайте тогда. Кто будет писать? И договор есть с собой. А, собой. Есть? Свой договор есть? Все, давайте. Иди. Да, я оставил паспорт. Да. ЧПЛ. Че, как паспорт зовут? Нормально. Каков походник?
такого водопада. Мы думали, что это херня какая-то будет скучная. После первого водопада. Нет, второй. Короче, там по пути к большому водопаду еще водопадики есть. Там и ручейки. По сравнению с этим. Это пацан-водопад. Давай, хватит зарядки, пожалуйста. Так на чуть-чуть. 10%. А он и не может. Он не дает. А он может, но ты тоже не сдаст. Он даст лететь. Нет такой опции. Надо было сначала.